Этот рилс набрал десятки тысяч лайков. Артём! Ну? Артём, совсем забыла сказать. Дай 10 тысяч рублей, пожалуйста. На что? Ну, за хоккей нужно заплатить, там еду купить, а? Тут все дай. И судя по тому, как залетел этот рилс, многие узнали в героине свою жизнь. Девочки, я честно не знаю, в какой момент вы решили, что выпрашивать деньги у мужчины легче, чем их зарабатывать. Сейчас столько возможностей зарабатывать удаленно, даже если вы сидите дома с ребенком. Даже 20 тысяч, заработанные вами самостоятельно, это то, чем вы будете гордиться. А как сделать плюс 20 тысяч? Я очень рекомендую вам присмотреться к настройке Яндекс.Рекламы, потому что этот фриланс подходит вам, если вы хотите работать не полный рабочий день. Сейчас я покажу, о чем я говорю. Смотри, если ты научишься настраивать вот такую вот рекламу в интернете, ты сможешь брать вот такие вот заказы на фрилансе. Возьмем для примера вот этот заказ на 25 тысяч. Идем в кабинеты Яндекс.Директа, нажимаем кнопку «Добавить», режим эксперта, единая перформанс-компания. Выбираем, где мы хотим показывать нашу рекламу, например, на поиске Яндекса. Дальше мы заполняем тексты объявления, и клиент может запускать рекламу. Пишите в комментариях под этим видео цифру 40, и я пришлю вам бесплатные уроки про то, как начать фриланс на настройке Яндекс.Рекламы.